рассада хосты гибридной ладонны – одна из самых легкодоступных для разведения и выращивания. Популярность данный сорт завоевал по ряду причин. Листья сердцевидной формы окрашены в желто-зеленый цвет, который со временем принимает синий оттенок. Цветки белые, устойчив к солнцу, почти не подвержены садовым вредителям и заболеваниям. Из семян хосты гибридной ладонны возможно вырастить взрослое растение, но начинающим цветоводам рекомендуется для посадки использовать рассаду. На одном месте без пересадки данный сорт может прекрасно расти около 20 лет. Эта миниатюрная хоста замечательно смотрится в горшках, в групповых композициях и солитерно. Хоста гибридная ладонна – это травянистый высотой от 100 до 120 см. Цветет растение в месяц июль-август. Летом листва голубовато-желтовато-зеленый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.